Чувствовала, хорошо. Будь умнее, Кать. Всем привет. Как... И это тоже хитрожопая, блядь. Мне он не нужен, мне он не нужен, мне он не нужен. Скажи ты уже, что нужен, господи. Я не понимаю, как там вот сидит мама рядом. Это овца сидит и говорит, я не могу, у меня просто... И рыб... Как можно при маме вообще, где твое воспитание? Я честно не понимаю вообще, искренне. Не, пускай любимый сынуля... Пускай у него будет любовь. Нет, Игорек на поляне с Клавушкой. Ну, человек, который говорит одно, а делает абсолютно другое. Для меня, знаешь как, добрый человек-счастливый человек, поистине. Если ты несчастлив, от тебя будет пышить вот этой вот злостью, ненавистью к миру, к людям, ко всему. Блин, ну слушай, я не счастлив. Я так считаю. Я не могу сказать, что я счастливый человек. Но тут еще есть такое понятие, как моральные ценности, принципы. Ну, если еще есть, знаешь, как несчастные люди. Да. Игорь отжигает не по-детски. Честно, я считаю, что Игорёша выглядит вообще не в самом лучшем свете. Пускай отжигают, мне вообще все равно. Что? Моральной плавкой всегда такое было. Они же с мамой бывали, и Крым уже прошли. Я не знаю, что они там прошли. Пускай что ходит, проходит. Это вот Игорька любовь. Угу. А еще не с маской, потому что здесь ужасный свет, и я выгляжу странно. Всем привет. Ты в Сити, да. Всем привет. Осипову не выгнули, Аня, привет. Спагетти с сосисками. Я очень рада, что у нас не было с ним, как модно говорить, на Доме 2, что у нас не было волшебства. Вот я искренне этому рада.
Слава Богу. Просто. Не знаю, когда на поляну. Человек сказал о том, что я не хочу, чтобы она уезжала в Сити. Подошел, взял за руку. В итоге, ой, короче, я даже не хочу. Почему-то я испытываю прям такую ненависть, злость на данный момент по отношению к Игорю. С Катей Гориной и Сапенченко Аленой. Короче, мне прям неприятно. Там Ебаров выкладывает истории с поляны, где они ужинают вместе. Мама Игоря, сам Игорюшка и Клава. Фу, просто... Фу. Я вообще не хочу в этом во всем участвовать. Это вот их история. Я думаю, что они сойдутся. А ему очень Клавушка подходит, честно. Поэтому я им желаю любви от всего сердца. Хорошая пара. Я там точно лишняя. Он говорил о том, что у нас был как-то тет с Нелли Ермолаевой. Это вот мы только еще начинали общение. Он, спасибо большое, он мне сказал, я никогда тебя не обижу. Вот ты такой маленький такой цветочек, не хочется тебя обижать, и я тебя никогда не обижу. Хорошо, спасибо. Да, мужчин у нас мало. Я сначала, знаете, парилась, думаю, какой лохушкой я выгляжу со стороны. А потом подумала, ладно, молодая девчонка, я имею право ошибаться. Где-то быть чересчур наивной. В общем, имею право просто жить. И ладно, я не буду некрасиво выражаться, не буду. Все, у меня просто сейчас 5 июля, что делаешь? На день рождения собираюсь. А что? Это он тебя обидел? Он меня, честно, да, обидел. Спасибо большое. Как тебе Сити? Нравится больше? Пока не совсем понятно, но прикольно, если честно. Смена локации, вот то, что надо. О, Андрюша, это вообще отдельная история. Я даже не хочу комментировать. Где Алена и Катя? Алены нет, Катя в душе. Мне нравится Пупа 004 и Отшу карандаш коричневый. А это кто? Какие движения? Короче, я прям на это все смотрю. Посмотрите у Ебарова в историях. Короче, что он выкладывает. Вот честно... Аж блевать хочется, смотря на это все со стороны.
Не, он чпокнул Клаву. Они сидели, мы сидели в общей компании. Клава пришла. Я видела, как она ему постоянно подливает, что они там пили, неважно. Я очень сильно захотела спать. И понимала, что если я сейчас уйду в женскую, то, возможно, там что-то будет. Но я подумала, зачем мне сидеть над ними, там, бдить, чтобы, не дай бог, у них что-то не случилось. Думаю, это будет его выбор. Он взрослый мальчишка, мужчинка, да? Мальчишка, скорее. И сам делает выбор, сам вершит свою судьбу. Поэтому выбрала сон. И правильно сделала. Как так получилось? Пока не вникай. Хорошо, уберем недосказанность. Я так понимаю, что это друг Ани Резвовой или Богдана Шукина. Сколько Клава Шаболда? За. Я читаю комментарии вслух. А вы с Клавой куда-то ходили вместе? Ну, один раз я уехала к Борисову. Ну, просто подливала ему. Это так забавно со стороны смотрелось. Я не говорю, что она его спаивала, чтобы чпокнуть. Ну, как бы я думаю, что у нее был именно этот план, капкан. И все? Да. Ты крышечку выкинула, да? Мне кажется, да. А мы что, не доедим его? За вечер съешь? Думаю, да. Еще на своем. Как дела Макса с Алиной? Не, по-моему, не очень, насколько я знаю. Сегодня меня не было на поляне. Сосиска не будешь больше, да? Нет, мне сейчас, я вообще это все уже не могу есть. Я об этом начну думать, у меня сразу аппетит бах. Я с Катей. Гориной. Горина. Всем привет. Сейчас надо попробовать разблокировать. Мне эфир тоже проведу несколько минут. Можно тебе? Не разблокировать, надо попробовать. Как разблокировать? Вот это семейный ужин, у меня до сих пор это перед глазами. Блять, я бы умеет выводить на эмоции, честно. Я решила тебе стирать, типа, что неужели так? Я клянусь тебе, я тебя уверена. Ну что? Да. Меня прям подкидывает. Фу, мерзко вообще, фу, прям. Я хотела бы поверку. Не думала, что все уже. Не, самое интересное, что Катюша, я тебя никогда не обижу, реально, тебя никогда не обижу. Зато я тебя обижу, блядь. Он чпокнул Клавенцию. Перед этим... Ладно, все, не хочу. Я ем спагетти, сосиски и салат. Короче, надо выходить. А что там Алена скинула эти те семинары, они... Да, это слушаем. Да, я тоже. Короче, можем тут включить. Я тоже, сейчас я выйду. Посмотри, там про исполнение желаний, там как аффирмации, типа. Ну, типа, что-то прикольное, такое интересное время следующее. Ой, яйца хоть привезли. Яичница может быть. Сейчас я хочу еще чай. Ой, я хочу чай попить. Я тоже хочу. Давай сделаем. А можешь поставить? Еще пока вроде как нет, но 100% я думаю, что сойдутся. Перед этим было лобно, и мне говорит, ты никуда не поедешь, ну, типа ни в какое сити. Что я буду делиться, буду рассказывать, какой он.
Так хочется выйти прогуляться. Мне уже лень. Я бы хотела подойти до аптеки, то на этом есть круглосуточный или нет? Я не видела, тут заколка была. Ну да, у нас же было лобное потом. Он считает, что я должна была ему сказать: «Игорь, пошли спать. Типа, не надо здесь сидеть». Ну, а я так, если честно, не считаю. Потому что, ну, в общем, все увидите в эфирах. Я просто многие моменты тоже не могу говорить. Я попозже чуть-чуть зайду. Всем спасибо, кто приходил.